Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные награды федерального и регионального значения. Этот день стал памятным для 53 жителей республики. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили сразу два доктора микрохирургии глаза имени Федорова. Ирина Леонидовна – ведущий специалист в России в области хирургического лечения врожденных рефракционных нарушений у детей. Медиков среди награждаемых было много. Среди них Лариса Ногтева. Она долгое время была главным педиатром Чувашии. Сейчас возглавляет педиатрическую службу президентского перинатального центра. Я рада, что я работаю в педиатрии. Я рада, что мы достигли таких результатов. И я рада за оценку труда врачей-педиатров и моего вклада, скажем так, в педиатрическую службу. Людмила Данькова в сфере культуры работает больше 35 лет. Руководит Домом культуры. Ей помогают односельчане, родные и близкие. И без поддержки районной администрации не обходится. Людмила Данькова, к тому же, 9 лет занимается развитием внутреннего туризма в селе Тагаево Мариинско-Посадского района. ВСтвенном доме она организовала национальный гостевой дом-музей. К нам за эти 9 лет приехали гости из 29 стран мира. Но мы показываем им сельский обряд. Чувашский обряд, встречаем их хлебом, солью, нашими традиционными блюдами, показываем всю нашу культуру чувашскую. С высокими государственными наградами всех присутствующих поздравил и председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Он отметил, что республика активно развивается, улучшается экологическая обстановка в регионе, особое внимание уделяется повышению качества жизни населения. И все это благодаря совместной работе жителей Чувашии и органов власти. Орден за заслуги перед Чувашией вручили главе республики. Это награда всех жителей Чувашской республики, которые обеспечивают общественное благо, которые обеспечивают развитие реального сектора экономики. Ну и хочу сказать, вспоминая историю, это в этой награде практически частицы всех тех людей, которые меня воспитывали. Это и первый учитель, это первые друзья, потом техникум,